Казахстанцы собираются на общенациональный митинг 25 сентября в 19 часов. Активисты из десятков городов Казахстана уже подтвердили свое участие. Приходите на мирный митинг со своими родственниками и друзьями. Поделитесь с ними адресом сбора на митинг в своем городе. В Алматы собираемся в 19 часов около автовокзала Саяхат, рядом с памятником Раимбек Батыра. Стягиваемся в точку сбора с разных мест. Проводим митинг до 20 часов. Начинаем шествие по проспекту Раимбека в сторону Арбата. Доходим до проспекта Фурманова и идем вверх до Жибек-Жалы. Далее на Арбат. Там собираемся в 20.30. Стоим на Арбате до 21 часа, набираем массу. В 21 час поднимаемся вверх по улице Панфилова и идем в сторону Старой площади. Собираемся на пересечении улиц Панфилова и Толеби. Проводим митинг до 21.30. Далее обратно шествуем в сторону Арбата и в 22 часа завершаем митинг. В Астане собираемся возле торгового дома «Жаннур». Проводим митинг до 19.30, скандируем лозунги, набираем массу. В 19.30 начинаем шествие по улице Аулиханова вверх до проспекта Кенесары. По Кенесары вверх направо до проспекта Республики и по Республике идем в сторону торгового дома «Есиль». В 20 часов начинаем митинг и собираем массу до 20.30. В 20.30 продолжаем наше шествие по проспекту Республики вверх через мост на Кабанбай-Батыра. Идем к флагштоку. В 21 час начинаем наш митинг и завершаем в 22. В Шымкенте начинаем митинг в Центральном парке. Собираем массу, скандируем лозунги. Продолжаем митинг до 19.30. В 19.30 начинаем шествие по улице Кызыбек-Би. Идем вверх до проспекта Тауке-Хана налево, в сторону мегацентра. В 20 часов продолжаем митинг здесь и веселимся до 20.30. В 20.30 начинаем идти по проспекту Тауке-Хана вверх до проспекта Бауэржана-Мамышулы. Далее двигаемся к Тюльпану. С 21 продолжаем наш митинг возле Тюльпана и завершаем в 22 часа.